Друзья, всем привет! С вами Гена Фокикс, и сегодня я расскажу вам про особенности работы с сервисом Poizon. В русскоязычном инете и на ютубе в том числе очень много информации об этой платформе, но до сих пор остаются те, кто либо не слышал о Poizon, либо относится к нему с недоверием. В этом видео я расскажу, как заказывать кроссовки и другие вещи на 30, а то и на 50% дешевле, чем в России. В конце объявлю конкурс о розыгрыше кроссовок, поэтому досматривайте до конца и участвуйте. Poizon появился еще в 2015 году, как сообщество кидоголовых и модников. Впоследствии это переросло в полноценный marketplace, который, как и мы, топит только за оригинальный товар и проводит лиги-чек перед отправкой. Как и все маркетплейсы, Poizon предоставляет продавцам возможность выставлять свои товары в приложении. Продавцы направляют товар на склад либо сразу, либо после заказа покупателям. После подтверждения оригинальности сотрудники Poizon пломбируют товар, прикладывают сертификат подлинности и отправляют покупателю. На платформе размещаются в том числе и официальные бренды. Поэтому если кроссовки пришли вам без сертификата подлинности и без пломб, значит, кроссовки направлялись прямо со складов брендов, и проверки на оригинальность не требовалось. На Poizon можно найти не только кроссовки. Там доступна одежда, сумки, аксессуары, электроника, парфюмерия и много всего еще. Велосипеды, всякие фановые штуки. Там даже кастомные кроссовки доступны. То есть можно заказать модифицированную модель кроссовок, которая сделана вручную, либо специально для вас, либо в ограниченном экземпляре. И, кстати, разнообразие моделей, вариации моделей, расцветок действительно пугает. Оно вообще несравнимо с тем, что сейчас есть на рынке, что было на рынке в России, и опасно для любого кармана. Существуют разные версии мобильного приложения. Версия с названием Poizon нам не подходит. Она для европейского рынка, а в странах СНГ пользуется китайская версия приложения Devu. Если скачивать для Apple в App Store, без особенностей вводите название Poizon, и китайская версия приложения будет первая в строке. Если вы скачиваете для Android, то придется скачать установщик с официального сайта Devu. Принцип такой: этим приложением мы пользуемся как витриной за стеклом. Можем только смотреть, самим зайти и заказать не получится. Приложение создано для внутрикитайского рынка, поэтому нам для заказа понадобится посредник. Давайте на примере кроссовок разберемся, как работать с приложением и как делать заказ. Мы можем искать кроссовки и прицениваться даже без регистрации. С ней у некоторых могут возникнуть проблемы. После ввода номера телефона код может прийти не сразу. Он может задержаться даже на несколько дней. Последний раз, когда устанавливал приложение на новый телефон, с пятой попытки получилось. Кому-то везет, и все проходит гладко. Проблема решается количеством повторений. Для поиска кроссовок достаточно выбрать вторую вкладку, написать в поисковике название модели, и вы получите результат с доступными версиями. Многие обратят внимание, что цены на одну и ту же модель и расцветку могут сильно отличаться. На цену может влиять версия кроссовок, тогда в названии будет приставка, например, EP. Значение некоторых аббревиатур будет у вас на экране. Вообще просто достаточно знать эту особенность. И если возник вопрос к модели с дополнением в названии и с интересной ценой, нужно просто пробить, что это означает. Затем заходите в карточку товара, там мы можем посмотреть фото кроссовок, на некоторые можно заценить 3D модели, а какие-то кроссовки можно примерить через технологию VR. Можно посмотреть артикул товара и официальный ценник, оценить фотографии и видео, которые добавляют пользователи. Можно проследить за динамикой цен, прочитать инфу о модели, просто переведя через переводчик. В работе с посредниками вам, как правило, нужно будет сделать скрин выбранного товара с размером, скопировать ссылку и направить это все менеджеру или боту посредника, которого выбрали. На самом деле, иногда достаточно скинуть менеджеру фотографию кроссовок и написать свой размер. В Poizon есть поиск по фотографии. В таблицу зайти вы можете только после регистрации. В зависимости от выбора размера меняется и цена. Она указана в юанях. Внизу таблицы вы увидите кнопки, там может быть одна кнопка, может быть несколько, они бывают разных цветов. В самих кнопках указан город на китайском, в котором
находятся ваши кроссовки, это не очень важно. Указан примерный срок доставки и цена кроссовок, на которую вы как раз ориентируетесь. О них нам нужно знать только для того, чтобы понимать, как посредник будет делать заказ. А мы с ним можем это обсудить, но самим нажимать эти кнопки нам не обязательно. Кнопка фирменного бирюзового цвета означает, что товар находится на складе Poison, и он либо уже прошел проверку на оригинальность, либо готовится к такой проверке. По статистике знакомых посредников, это означает, что в 99% случаев товар оригинальный, потому что он уже проверен. 1% может отсеяться в процессе проверки, тогда Poison сообщает о том, что товар не прошел проверку, и возвращает деньги. Тогда посреднику придется перезаказывать товар, и это увеличит срок доставки. Черная кнопка означает, что товар находится еще у продавца. Poison его не видел, и он не проверялся на оригинальность. В таком случае риск того, что в процессе проверки товар окажется неоригинальным, возрастает. Поэтому вы должны обсудить с посредником, каким способом будет произведен заказ. Потому что от этого зависит, в принципе, риск того, что у вас увеличивается срок доставки. Серая кнопка с пометкой 95 означает, что товар не находится на складе Poison, и это БУ товар. То есть его либо кто-то использовал до вас, либо он имеет какой-то незначительный дефект. По этой кнопке заказывают не все посредники, нужно уточнять. Бирюзовая кнопка со значком «примерно», вспоминаем школу «две волнистые линии», означает, что товар находится в другой стране, например, в Японии. И тогда срок доставки увеличивается примерно на 15-25 дней, потому что сначала товар приходит из другой страны на склад в Китай. Работу с посредником в общем виде мы обсудили. Теперь нужно выбрать достойнейшего из них. Это важно, потому что именно посредник будет отвечать перед вами, а не Poison. Это гораздо проще для вас, в случае чего разрулить ситуацию в свою пользу. Это должно для вас быть главным аргументом, когда вы отказываетесь от заказа у знакомого знакомого, который живет в Китае. Сам я именно так и заказывал пару раз и ждал 2, а то и 3 месяца, когда мне придут кроссовки, ждал вслепую. Мне повезло, пришел оригинал, но больше я так заказывать не буду, слишком долго и большие риски. Посредник заказывает товар по своим каналам и несет перед вами ответственность не только за своевременную доставку, но и за оригинальность привезенного товара. Дело в том, что есть распространенное опасение, что с Poison может прийти подделка. Но вопрос гораздо сложнее. Сам Poison не стремится никого обмануть. Это платформа, которая заслужила доверие и высокую репутацию. Паль может прийти в случае, если произошла ошибка при проверке. Такое происходит очень редко, но это возможно, когда вы используете любой сервис для проверки оригинальности. И второй случай, если вы пользуетесь услугами непроверенных посредников, тогда товар могут либо подменить при отправке, либо изначально прислать вам поддельный товар, подделывают не только кроссовки, там другие вещи, но и упаковки под них, то есть коробки Poison, сертификаты, пломбы. Поэтому так важно выбрать надежного посредника, а не подлеца. Говорят, KicksConte зазвездились. И они не врут, потому что мы сделали новый дроп звездной компрессии, которая стала моей визитной карточкой еще с далекого 2016 года. Вы завалили нас вопросами, ну когда уже, наконец, звездная компрессия? И вот осень, и я не понаслышке знаю, как у нас отапливаются залы, поэтому пора утепляться и при этом не терять комфорт и не сковывать свои движения. Как всегда, баллеры, оформившие предзаказ, получают максимальную выгоду. Лонгслив звездный они получат за 1990 вместо 3990 после предзаказа. Также штанишки 1990 вместо 3990 после предзаказа. И еще мы разработали крутой, просто лютый звездный мяч, который по предзаказу можно заказать за 3490 вместо 6990 после предзаказа. Все эти условия действуют до 10 октября. 20 октября мы вам уже все вышлем, так что спасибо, что поддерживаете нас. Гэнг. Peace, yo, gang. Yo. Kicks Contest периодически проводит проверку не только магазинов, но и посредников Poison на надежность. Поэтому вы можете не заморачиваться с проверкой,
Просто заходите на сайт Kicks Contest в соответствующий раздел и выбираете из списка. Чем отличается магазин от посредника, знаете? Расскажу самое основное. Если вы заказываете у магазина и не попали с размером, в течение 14 дней вы можете кроссовки обменять. Это по закону, тут все понятно. Если вы заказываете через посредника, тут вопрос сложнее. Нужно интересоваться именно у посредника, как он решает в такой ситуации вопрос. Посредник, безусловно, помогает вам с выбором размера. Но если случилось так и произошла ошибка, он может вам предложить, например, выставить эти кроссовки у себя, допустим, в телеграм-канале на продажу. Они продаются, деньги вам возвращаются. Вопрос индивидуальный. Нужно уточнять у посредника, как он его решает. Мы, команда Kicks Contest, можем порекомендовать надежного посредника. Телеграм-канал Poison, Куку, кроссовки и не только. Эти ребята уже год возят с помощью сервиса Poison разные вещи и собрали более 1000 положительных отзывов клиентов. Кроссовки от них вы могли видеть в обзоре ASICS Gel Kahana 8. Оформление заказа доступно в их телеграм-канале через менеджера, либо через специального бота. Кстати, имейте в виду, если решите сами прицениваться. Курс ЦБ от обменников отличается. В обменниках, конечно, он выше. Поэтому удобно пользоваться ботом, который есть у ребят, и он делает актуальный расчет. Вы еще не собираетесь покупать, но хотите прицениться, можно воспользоваться ботом, ни с кем не переписываться, просто выбрать соответствующую категорию в меню. Срок доставки у ребят до 3 недель. Самая быстрая доставка, насколько я знаю, была 10 дней с Китая до Москвы. Ребята планируют выпускать приложение в Telegram с каталогом Poison на русском языке. Это очень крутая штука, она просто сделает не такими актуальными видеоблогеров с инструкциями Poison. Еще одна крутая фича – это ссылка для отслеживания статуса доставки товара. Она приходит после заказа. Друзья, вроде все основные вопросы работы с посредником обсудили. Теперь вы знаете, как заказывать кроссовки и другие вещи на 30, а то и на 50% дешевле, чем в России. Есть и другие способы. Один из них это покупать тестовые пары кроссовок в телеграм-канале Kicks Contest, поэтому не забудьте подписаться. Подписывайтесь на канал Kicks Contest, на все соцсети проекта, следите за важными новостями, и я вам еще конкурс обещал. В общем, мы совместно с телеграм-каналом Poison, Куку, кроссовки и не только, разыгрываем 2 пары кроссовок и 3 секрет-бокса. Для того, чтобы участвовать, нужно подписаться на телеграм-канал ребят, на наш телеграм-канал и нажать кнопку «Участвовать». Ссылки вы найдете в описании к видео. Заходите, подписывайтесь, участвуйте. А с вами был Гена Фокикс. Всем мир, всем пока!